16 ноября члены административной комиссии провели очередное заседание. На повестку дня было вынесено 10 протоколов о правонарушениях. По статистике, чаще других положений административного кодекса десногорцы нарушают пункт о соблюдении тишины в ночное время. На очередном заседании к ответственности по этой статье были привлечены 4 человека. В связи с этим председатель административной комиссии Владимир Исаев обратился к гражданам с напоминанием о часах тишины, установленных законом. В будние дни, в обычные, это соблюдение тишины неукоснительно с 22 часов вечера до 7 часов утра. В субботу до 7 часов утра, до 23 вечера, и в воскресенье и нерабочие праздничные дни до 9 часов утра, и также после 23 часов вечера. 94 тысячи рублей. Именно с такой суммой в этом году пришлось расстаться десногорцам, превысившим временной лимит на шум. Такую незначительную, по мнению многих, вольность часто допускают молодые люди, не думая о том, что характеристика остается с ними на всю жизнь. Если на вас будет наложен штраф административный или взыскание административное, то эти данные заносятся в базу, и вы будете как человек, который был привлечен к административной ответственности. И у товарищей полицейских эти данные будут находиться в базе. В любом городе можно зайти, и у вас будет стоять нарушение статьи закона 28 по Смоленской области. За несоблюдение тишины и спокойствия граждан комиссии вынесено решение о штрафах еще по 3 протоколам на общую сумму в 4 тысячи рублей. Еще 6 протоколов касались нарушения правил благоустройства. Еще одного популярного в городе нарушения. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.